И пошли. И пошли, и пошли. И пошли, и пошли. Я стал практиковать домашние прогулки. С утра встал. Никуда ехать не надо. И во дворе у себя. Вот это вот мой маршрут. Сейчас я вам показываю. И как-то мне тогда удовлетворяет даже. Отхожу где-то 2 километра с небольшим, 40 минут. Прекрасная погода, тишина, 21 сентября. Вот он мой маршрут. Прохладненько, хорошо, бодрит. Очень приятно выходить на солнышко. Такое ласковое тепло в затылок, в лицо, на спину, на грудь. Ой, просто чувствуешь такую, такую негу и нежность, с которой природа к тебе относится. Хотя тут температура так, наверное, бодрит, в тени. И ты идешь побыстрее. Мой маршрут, новый мой маршрутик. Я уже освоил сначала пандемии. Вот я регулярно хожу. И ничего, нормально. Сейчас могу вам показать, сколько это. Вот этот кружок. Сто 30 метров. И вот таких вот кружков я нарезаю. Нарезаю несколько. Не спеша, но регулярно. И в охотку. Давай, Федя. Вот он, Федя, кстати, спрашиваю. Да, Федя, давай. Ну-ка. Ищи, 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 смотри, 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 ищи, ищи. Кусь, кусь. Так, 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 так. Ох! Кто там? Где там? Федя, 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 Федя. Федя, где там? Ух, ух, он понесся. Видите, Федя, боевая собака. Боевая ездовая. Вот это Федос. Он же Барбос. Ну, еще один кружочек дадим. Чтобы было понятно, что где и как. Куда, почем, с кем. Или без кого. Третий этаж, мой кабинет. Проветриваю. Вчера был на рыбалке. Был на рыбалке. А там плавают два лебедя. Один взрослый, белый, а другой... Ну, уже выросший. Но еще у него перине такое. Серенькое такое. Начинает только появляться белые перья. Ну, он уже так большой. Это кот Петрикс. Так вот, этот лебеденок. Большой подросток. Умудрился запутаться в моей снасти. А леска плетенка и рвется лапкой. Я думаю, что если я сейчас отрежу леску, отпущу его,
она может врезаться ему в лапку и просто-напросто со временем лапка может отмереть из-за того, что плетенка врезалась. Поэтому, думаю, надо его достать, потянул. Вот целая эпопея была, тянул его. Он там упирается, но он не совсем дикий, так как хозяин там разводит на прудах. Ну вот, я его подтянул, раз, вижу. А крючок просто так слегка задел и держит в лапке. Я его отцепил, все нормальненько, отпустил. Все. Лебеденыш поплыл со старшим. Все нормально, купается и так далее. Вот, и до этого их пытался я прогнать, чтобы они не плыли ко мне тут на мою рыбалку под удочку, под крючок. Нет, прутся и все. Вот такой был случай. А ночью почему-то, знаете, вроде так особо не придали значения. Потому что все нормально сделалось, так как-то быстро. А ночью проснулся вот с такими какими-то мыслями об этом лебеденке. О том, о сём. Вот как будто случай переваривался ночью. Ночью переваривалось то, что было в течение дня. Ну вот тихое-тихое-тихое сентябрьское утро. 21 сентября. День рождения Пресвятой Богородицы. Хорошо, лепота. Я прошел сколько? 370 метров. Ну, вот так вот я и нарезаю. И нарезаю. Пульс большой. Пульс большой. Вроде тут особо не иду, не бегу. Сарденька укрепляем. Ну вот. Розы растут. Пахучие. Шиповник зреет. Сорвем. Чай сделаем. Воробушки чирикают. Ой, как все-таки солнце приятно греет. Вспоминаю своего дедушку. Да и многие вспомнят. Вот такое время настает, прохлада. Старички одеваются в теплую одежду, берут табуреточку и выходят на солнышко греться. Да, Мусик? Мусик метит тут одно. О, видите, какая, да? Федосик? О, молодец. Боевой пес. Выходит и на солнышко греются. Там где-то полчасика посидят. Это что-то такое. Я теперь их понимаю хорошо. Сам греюсь. Именно вот где-то в утреннем солнышке. Потому что повыше она подымется, уже становится жарко. Ну, вот так вот я и хожу. И хожу, захаживаю. Километр прошел. Привет, крокодил. Все залито солнцем. Хороший денечек, хороший день. Боевая собака Федос. Видите, как машет хвостом. О, да, Федосик. Молодец. Ушки. В горлице сидит.
Вот так вот я и хожу. Молодая поросль. Кристики. Привет. Для крестиков, ноликов. Далее боевая собака. Федя. Ух, где там? Кто там? Вот так-то. Укусит и все. Федосик, Касе. Поверху пошел. Да, Федосик? Поверху пошел. Федя? Нет никого? Молодец, молодец. Два километра пройдено. Это хорошо.